Друзья, всем привет! С вами папа Миша, Лёша и Дим. Сегодня у нас на обзоре будет линии фронта, Front Lines. Игра, которая была создана в Роблоксе. Мы сами не поверили, что это реально может быть Роблокс, потому что графика просто изумительная, сумасшедшая, наподобие что-то как Battlefield, Call of Duty. Может это будет реальность. И тут подключился к нам. Да, и сейчас вы сами это оцените. Короче, стрелялка. Раунды примерно, ну как Counter-Strike, вот наподобие идут. То есть вид классный, оружие классное, графика бомба. А вы знаете? Смотрите сейчас сами. Пару минут и игра запустится. Что ты хотел сказать? Идти это может быть это, а стрелять это может быть. Ну, идти это стандартная как бы раскладка. У нас на компьютере это W, A, S, E. Прыжок, пробел и кнопкой мыши, ну или как у нас так, пад, стрелять. Да, но игра на самом деле очень сложная, потому что игроки здесь прокачаны. Нам с детьми, как новичкам, реально сложно. Почти сразу нас убивают. Нас в принципе, не она... верят, что мы первого уровня. Не верят. Не верят? Да. Так, вот такая вот игрушечка. Смотрите, вот заспавнились наши друзья. Вот стрелять. Кнопка G это граната. F нож выбрасывать. Да, можно нож выбрасывать. Давайте я первый пару раундов. Опа, мы одно уже накинули. Так. ХВ это лук. Блин, 60 опыта. Опасно. Мне бы право. Ах, и нас сзади пальнули. То есть можно понаблюдать за игрой, вернуться в воду, перейти на другой карте, либо же нажать пробел. Вот, нас вернуло в лобби. Либо же можно нажать пробел и сразу заспавниться. То есть... Давай вот я. Давай, попробуй. Сейчас Дима сыграет, потом Леша. То есть детям по 7 лет, им также интересна эта игра. Опа. Вам похоже, ребят, что вот эта видите, игра что создана это... была в Roblox, Алексей? Я не знал. Не знал, да? Ну, потому что реально вот, она как будто без Roblox. Так что пробуйте, ребят, играйте, наслаждайтесь этой игрой. Вот он умеет, ну, ничего. Он не умеет играть. Ну так не умеешь, ничего страшного, мы же показываем просто обзор игры. Так как мы на профессиональном уровне уже играем. Можешь потом потренироваться и запишем еще раз видео, как ты играешь классно. Хочешь ему? Да. Ну все, ты так что, не стоит расстраиваться, не нервничать, ничего. Играйте, получайте удовольствие. Можно со своими друзьями играть. Его... Да, действительно сложно. Давай я еще раз попробую. Это какой-то... Да, ну просто они уже как... Только вышел и сразу бух, убивают. Здесь есть другое оружие. Машина не горит. Пистолет, граната, нож. А можно также тоже прокачаться и приобрести себе уже снайперскую винтовку. Плюс. Вот мы поменялись. А можно мне тоже? Прицел. Двумя пальцами на тач нажимаешь. 16 патронов. Ах. Он как быстро. А, 9. Жмешь пробел и сразу заспавнился ты заново. И... Опа. Миша, ты уже два хода. Гранату закинулись. Да, и два хода уже подряд. Последующий. Значит, Дима два фрага. И потом я. Хорошо. Все по-честному. А ну-ка. А, вон слева был. Еще разочек, Дима, можешь сыграть. У тебя последняя попытка. Это опять вот это. Сделаем максимально коротенький обзорчик. А на как игру, это ускоряется? Чтобы поняли. Shift нажимаешь, Shift и бежишь. Пробел прыгаешь.
та, чем ты поворачиваешь. Сверху показана статистика. Против... Мы играем за синюю команду против красных. У нас 484 очка. Все, я убью. Это моя... Я не умею прицеливаться. Ну ничего, видишь, это чуть сложная игра. Так что на 7, наверное, годиков это рано играть в нее. Скорее всего, это уже как 9 или 10 плюс игра подходит. Это вот 13 плюс может быть. Даже с 13 думаешь? Ага. Ну, не знаю. Опа. Ах. О, смотрю, у него блестит. Ничего страшного. Что? Давай еще раз. Да. Видишь, какие они мощные. Быстрые, шустрые такие. Мне кажется, они сутками здесь играют в игру, натренировались. Либо же ранее играли в Counter-Strike хорошо. Сомневаюсь, что кто-то играет, как мы, на ноуте и на тачпаде поворачивает прицелом. Потому что это реально жестко неудобно. Давай еще разочек и будем завершать, наверное, обзор. Опять он? В данной игре. Ну, самое главное, графика управления. Вот. Самой игре мы показали. Гранату забросили. Если мы отошли немного от линии стрельбы, жизни потихоньку у нас, я так понимаю, восстанавливаются. Восстанавливаются на время. Пока снова не начну стрелять. А, было твое. Ну что же, ребят, крутая игра, но сложная, да? Да. Ну вот такой вот у нас был коротенький обзор. Всем, кому понравилось, скачивайте игру, скачивайте Roblox, заходите в линии фронта, наслаждайтесь, играйте с друзьями, играйте с соло, все, что вам нравится. Так что, с вами был канал Cool Twins. Папа Миша, Лёша и Дима. Подписывайтесь на нас, оставайтесь с нами, смотрите наши обзоры. Дальше будет еще интереснее. Всем пока. Пока-пока.